У Израиля могут отобрать Евровидение 2019. СМИ, местные средства массовой информации опасаются, что конкурс могут провести в другом городе или даже стране. Песенный конкурс Евровидения 2019 года может не состояться в Израиле. С такими опасениями выступил ряд израильских СМИ, сообщает The Jerusalem Post. Евровидение оказалось под угрозой срыва из-за конфликта Израиля с сектором Газа. СМИ сообщили о возможности переноса конкурса в другой город или даже страну после того, как в понедельник, 25 марта, из сектора Газа была выпущена ракета, упавшая в 17 километров от места проведения конкурса. В Европейском вещательном союзе сообщили, что сорвать проведение конкурса в Израиле может только война или крупномасштабная военная операция. Также в организации заявили, что внимательно следят за ситуацией в Израиле и делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность участников и гостей конкурса. Накануне появились фото главной сцены Евровидения 2019. Также корреспондент сообщал о том, что в сети показали первые фото ведущих Евровидения 2019. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.